С сегодняшнего дня в городском краеведческом музее открылась персональная выставка знаменитого фотографа, журналиста, переводчика и дизайнера Екатерины Рождественской. 85 работ под названием «Моя новая выставка» можно посмотреть до 30 сентября. В проектах известного фотографа принимают участие знаменитые певцы, актеры, спортсмены, политики и телеведущие. С помощью грима, костюмов и декораций они становятся похожими на героев картин великих художников прошлого. Классика ассоциации «Мужчина и женщина», «Кинодивы» – все эти работы уже смогли посмотреть тамбовчане. А после рассказа выставка переедет в Котовск.